Безлимитище! 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 Один раз лучше увидеть, чем 7 раз услышать. На крыше дома номер 6. Там гудрон. Мягко, тепло, романтично. Ну, господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк. Это самый пикантный момент в нашей жизни. И покажем, как растет наш малыш. Каждый вторник и четверг. Здравствуйте. А, Сережа, привет. Ребятки, знакомьтесь, это мой прошлый жилец. Скоро съезжает. Привет, прошлый жилец. Ну а мы продолжаем. Давайте посмотрим, что еще есть в нашей квартире. Прикиньте, здесь есть книги. Александр Владимирович, я могу заплатить за следующий месяц. Ой, только не надо мне эту макулатуру. Нет, не нужно. Когда будут просмотры? Мне в больнице просмотрами не платят. Найди нормальную работу. А чем моя не нравится? Ну, я не знаю, чем. Может, этим. Где ты собираешься деньгами расплачиваться, а? Указ президента в Ютубе смотрел? Страна переходит на просмотры. Мы готовы расплатиться. Да? 50 тысяч? Угу. Так. Бежоны, молодожоны! Ну вот, залог внесен. Вот это нормальная работа. Ну, Александр Геннадьевич, я найду способ расплатиться. Конечно, найдешь, дорогой. Иначе тебе придется искать другое жилье. Залог-то уже внесен. Поднесите телефон, пожалуйста. Внесите купюры в купюроприемник. Желаете произвести конвертацию в просмотры? Поздравляем! На вашем счету 17 тысяч просмотров. Приходите к нам еще, а лучше снимайте видосики. Барышни, просмотр в подкинуть? Нет. Говна ответ! Пес вонючий! Просмотры ему жалко, чтоб тебя слово заклевали, к ней докончено! Ты слышишь меня? Ты что сказал? Есть ситуация. Мне просто до 5 лямп одного просмотра не хватает. Я джип думала брать. Сколько просмотров? Опа! Я их не ем, исключительно запекаю. 5 миллионов просмотров. Как вы это делаете, а? И без помощи. И с конторкой одной. Что за конторка? Надо? Ты, конечно, одет как чмо, но, может, и тебе помогут. Держи. Тут их номер есть. Хапни хайпа. Себе у меня еще есть. Наша компания на рынке уже 10 лет.
Наш девиз «Не думай, снимай». За это время мы успели вывести в топ таких блогеров-миллиардников, как Джанги99 и Буся-Дуся. Уже, наверное, слышали о них, да? Ну, они сейчас занимаются политикой. До этого вы снимали видео? Нет, не снимал. Жаль. Расскажите о себе что-нибудь. Ну, я закончил медицинский университет имени Сеченова, потом учился год в ординатуре, поступил на работу в исследовательский институт. Сейчас работаю нейрохирургом. А может быть, есть что-то, чем вы гордитесь? Ну, я впервые в мире провел операцию по пересадке мозга человека. 27 часов – это прорыв нейрохирургии. Замечательно. Доктор медицинских наук. Умеете делать так, чтобы слюна стекала до пола, а потом всасывать ее обратно? Пускать пузыри из глаз под водой? Не пробовал. Хвост есть? Хвост? Да, у вас есть хвост? Нет. Хвоста нет. Мы подумали, что для нас это будет даже интересно. Попробуем вас раскрутить. Антоша, возьмешься, да? А что нужно делать? Да ничего. Просто быть 24 часа в сутки на связи и выполнять все указания Антоши. Угу. Вот вам специальные наушники. Можете носить их, не снимая. Ну что ж, подпишем договор? Да, конечно. Ставьте тройной лайк здесь. И здесь. Угу. Давайте скорее работать. Теперь мы вместе. Старичок, просыпаемся. Что случилось? Дерьмо спустилось. Вставай, давай. Давай, давай, давай. Сколько времени? Время хапнуть хайпа. Бери телефон, иди на кухню. Давай быстрее. Открывай холодильник, что там есть? Мясо. Мясо норм, бери. Ща готовить будем. Я врач, я не повар. Да, давай я буду решать, а что тебе делать? Бери мясо. Мясо, говорю, бери. Вот яйца давай, оранжевое говно тоже доставай. Так, муку сыпь, больше. Так, теперь яйца. Ну, скажу, Рой. Хорошо, все хорошо. Туда, масло. Еще. Да все кидай, не экономь, дедуль, давай. Да понял, ну, понял. Ну, дальше бананы, пар, что попусь. Давай, кидай, скажу, Рой. Вот, красава. Перемешивай ручками, давай, стекай. Так, давай, бери миску, иди к окну. Давай, 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 давай. Открывай. А, видишь, говнарей там? Короче, всю эту хрень на них выливай сейчас. Там же люди-то. А я как сказал? Короче, делай или что, хочешь вернуться в свою больничку или где ты там? Давай, бросай, бросай. Да бросай уже давай. Кричи, кушать подано. Чего? Кушать подано. Теперь миску тоже бросай. Да бросай, не ссы, ты же врач, если что, вылезешь потом. Теперь бери телефон и снимай. И смотри, как растут просмотры. Давай спускайся! Вот так работают профи. Понял? Теперь ты не дедуля, теперь ты главврач. Ну давай придумай движение, что ты стоишь как суслик. Вау, вау, малыши. Сейчас я попробую за минуту съесть пищок конфет и не получить заворот кишок. Ну жри уже! Кайф, какой ты ущербный, а! Это был бьюти-блог, и сегодня мы научились делать мейкап с помощью аптечки. Красава! Ну что ж, мы все купили, давайте пробовать. Сегодня я в рубрике «Я пробую» нейролептики. Че ты мямлишь? Пей давай. Как ощущения? Отлично. Вроде никаких изменений. Давайте следующий. Как пульс, главврач. Вот растут просмотры, растут. Да ты вообще в ритм не попадаешь. То, что надо. И это лайфхак. И сейчас я вам покажу, как можно быстро стерилизовать приборы. Есть у вас под рукой? Нет, кипятильника. Тыкай. Держи, держи, держи. Вот, булькает.
во фрачную, ты богиня, я подпишусь на тебя. Это Бетон Челлендж. Я передаю эстафету всему отделу скорой помощи и МЧС. Ну что, дедуля, настало время серьезно набрать просмотров. Включай авторегистратор. Говори, жесть, смотреть до конца. Жесть, смотреть до конца. А что будет? А сейчас узнаешь, что будет. Авторегистратор «Золотая жила» для просмотра. Сейчас налево. Заезжаем в отбор. И теперь газ в пол и не останавливаемся. Да что ты едешь как баба? Давай быстрее. И главное, не тормози. Не тормози! Не тормози! Твою мать, а! Ну ты дебил. Извините, пожалуйста. Все в порядке, ребенок цел. Ты чего? Извините, мне просто запрос мне сказали. Я все исправлю. Ты что меня не сбил? Ты меня должен был сбить! Ты должен был въехать в меня! А я должна была улететь сюда! А ты чего? Я стрим на эту тему, а что подписчикам скажу сейчас? Чую! Извините, пожалуйста, нас обязательно собьют в следующий раз, я вам обещаю. Только не подписывайтесь, пожалуйста. У меня новое шоу, я буду есть гвозди, даже может быть антифриз, только не подписывайтесь. Сергей, должно быть, вы понимаете, зачем вы здесь? Слушайте, я не думал, что может зайти все так далеко. Вы думали. В этом вся проблема. Тем самым вы навредили не только себе, но и Тамаре, нашей уважаемой клиентке. Да. Такого количества дизлайков наша компания не получала никогда. Напомнить вам, как было название вашего видео? Жесть смотреть так. Вот именно. А жести в конце не было. Вы знаете, скольким людям вы навредили этим? Несколько беременных женщин отказалось рожать, пока не узнают финал. Вы же врач, вы должны это понимать. Один пенсионер сломал палец об мышку. Так сильно он жал дизлайк. И как объяснить бедному дедушке, что вы подумали и решили остановиться? Да, но я же мог ее сбить. Вы знаете, что этими действиями вы отнимаете хлеб у своих коллег? Люди могли посмотреть обзор медных жвачек или летсплей на домино, но нет, они выбрали жесть смотреть до конца. Это просто какой-то тупой эгоизм. Вообще-то это запрещенный прием. Если вы ставите такой тег, то будьте добры делать жесть, смотри до конца. Здесь не надо думать. Здесь надо просто выполнять свою работу. Вы ее не выполнили. Поэтому мы вынуждены расторгнуть с вами договор. Пожалуйста. Все. Психи недоделаны. И конфисковать все ваши просмотры. Вот это вот уже незаконно. Нужно внимательнее читать договор, Сергей, когда его подписываете. Черт. А как же мне жить-то дальше? А это не наше дело. Подумайте теперь сами, вы же это умеете, да? Ну чё, какую тачку берет? Да он не тачку. Он салон покупает. Да ладно. Угу. А кто это? Ты что, не узнал его? Нет. Главврач. Первое место в списке Forbes. А как он так? Сам себе сделал какую-то операцию на мозге в прямом эфире на Твиче. 1 000 000 000 просмотров за раз. Охренеть. Прикинь. Вот бы нам до такого додуматься. Да куда нам? Для такого мозги нужны. Да, мозги нужны.